У Гродні стартовали мероприемствы у рамках 16-го международного фестиваля православных песнопений «Калужский благовест». По традиции, фест будет наполнен великим музычным контентом. Але, как обещают организаторы, не только. В рамках великого культурного форума пройдут интересные встречи и пленные дискуссии, тематичные кинопоказы и отмысловые выставы. Одной из первых, якая и распочала святочную программу, стала выстава под названием «Прихожусь Божьего свету». Экспозицию подрыхтовали выхованцы Грозинского центра творчести детей и молоди «Промень». На выставе представлены работы двух накірункаў мастацтва – живопис и ганчарства. Авторы, а гэта дети от 6 до 17 годов, поспрабовали адлюстраваць у творчасці свое успрыманне свету и религии. У выніку центром усіх твораў стали вобразы грозинских храмов и анёлы. Ребята работали над этой выставкой 3 месяца. Надо сказать, что это большой шаг вообще детей в каком-то даже не только творческом, но и духовном своем становлении, потому что, конечно же, не все знали, что такое благовест, пришлось им объяснять, и вот ребята с такой любовью и каким-то своим таким детским непосредственным таким вот творчеством изобразили то, что вот они как это не понимают. Передать прихожусь Божьего свету юные авторы поспробовали и про глиняные вырабы. Выхованцы творчей студии своими руками ляпили белорусские народные цацки. Усе работы отрымались шчырыми и светлыми. Дарэчы, познайомиться с творчестью юных гродинцев можно будет на протягу тыдня. Выстава будет працаваць у рамках международного фестиваля «Калужский благовест». У гэтых накірунках дети стараются показать то, как они видят прыгажосць Божьего свету, то, что Бог створил, то, что человек створяет своими руками на славу Божию. И вот, когда дети сегодня это видят, сегодня начинают адлюстровывать, есть надежда, что в будущем, в своем жизни они смогут працаваць на славу Божию, на корысть нашей родной батьковщины.